Утро доброе. Вести Карачаево-Черкесия с вами. Сегодня 9 августа. Этот день считался лучшим для путешествия. Дорога обязательно приносила счастье и удачу. А вот какой будет погода весь день, узнаем из свода гидрометцентра, но чуть позже. А пока время новостей. Безопасность на дорогах – общая забота. Несомненно, все участники дорожного движения должны помнить, что соблюдение правил как водителями, так и пешеходами в равной степени обязательно. В зоне риска может оказаться каждый. В целях снижения количества аварий на дорогах сотрудники госавтоинспекции Карачаево-Черкесии проводят профилактические мероприятия. Очередное по теме «Пешеход» провели в Усть-Джигуте. Смотрите подробности. Мероприятие «Пешеход» проводится у госавтоинспекции в целях повышения культуры пользования пешеходным переходом. Серьезность темы понимают не только взрослые, но и юные участники дорожного движения. С детства через личный пример родителя учатся осторожности и вниманию на дорогах. С детства мы учили, как переходить дорогу. Переходить надо, когда становится машина, и надо переходить дорогу. Важно переходить дорогу через пешеходы. Потому что это специальное место, чтобы переходить. Ты должен сначала встать с велосипеда, посмотреть по сторонам, и вот тогда только переходишь. Меня учила бабушка кататься, и я, наверное, учился лет в 5. А потом уже мне отец купил книжку, когда с этим велосипедом. И вот я учил понемножку правила дорожного движения. На территории республики уже за первые 6 месяцев 2024 года было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 17 человек получили ранения различной степени тяжести, и 2 человека погибли. К сожалению, уже в этом месяце на данной федеральной автодороге у нас случилось дорожно-транспортное происшествие с наездом на несовершеннолетнего пешехода, который получил ранение различной степени тяжести, находится сейчас в медицинском учреждении. Аварии на дорогах с участием пешеходов можно избежать, если соблюдать правила дорожного движения. Согласно статистике, большинство ДТП происходит из-за их нарушения. Садясь за руль автомобиля, мы в первую очередь должны соблюдать правила дорожного движения. Но также правила дорожного движения должны соблюдать и пешеходы. Они выбегают даже в неположенном месте. Даже если на пешеходном переходе, они его неправильно переходят. Даже сейчас поставили светофоры, которые вот с кнопочками. Они их не нажимая бегут. Это очень большая проблема. Перелазят через ограждения, которые разделяют трассу. Обеспечение безопасности дорожного движения – одна из главных задач госавтоинспекторов. В целях профилактики ДТП с участием пешеходов и снижения тяжести их последствий госавтоинспекция республики на постоянной основе организовывает профилактические мероприятия. Они проводятся на маршрутах патрулирования. Прежде всего, у нас наша задача, задача госавтоинспекции – это предотвращение дорожно-транспортных происшествий, ввиду чего мы проводим профилактические беседы с водителями. Хочется обратиться как к пешеходам, так и к водителям, чтобы они в обязательном порядке соблюдали правила дорожного движения, чтобы пешеходы переходили в проезжую часть исключительно в местах, где это разрешается. А водители, в свою очередь, соблюдали требования правил дорожного движения Российской Федерации уступать дорогу пешеходам, которые пользуются преимуществом движения. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Северный Кавказ». Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хороших выходных. Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. В горах местами плюс 6, плюс 11. Днем плюс 26, плюс 31. В горах местами плюс 17, плюс 22 градуса. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкеске без существенных осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 29, плюс 31 градуса.